Всем доброго дня. Получил посылку из AliExpress. И, собственно, здесь у нас находится монопод, рукоять для съемки под водой. Поэтому сейчас я вам покажу, как это все выглядит вживую. Выбирал как бы долго, потому что как бы существует там тысячу всяких разных вариантов. Они как бы всем мне не понравились. Не понравились ни внешне, ни по свойствам по своим. Здесь есть плюс то, что мы можем именно без всяких проблем. Так, секундочку. Вот это, конечно, да. Без всяких проблем, значит, не прибегая вот этой кнопки верхней нажатия для того, чтобы начать снимать, вот здесь имеется в виду, мы за счет как бы рукояти этой и курочка, как обычно, там, не знаю, пистолет и всем остальном, можно будет начать съемку и вести съемку под водой. Я так полагаю, скорее всего, это уже третий мой такой подарок. Вот такой брелочек. Ну, собственно, я и в нем не вижу необходимости где-то применить. Поэтому они у меня валяются. Вот. Хорошая упаковка. Внешне выглядит замечательно. Презентабельно на самом деле. Аргопластик тоже самое. Очень... Так мне туда по отзывам впечатлил. Вот. Убирает комплект отсюда. Как бы шнур должен быть для того, чтобы все-таки как бы там ни было в воде. А их как бы здесь два. Красный и синий. Для того, чтобы все-таки ручка она не упала вдруг полностью с вашей камеры. Не осталась в воде. Как я уже говорил. Очень хорошая на ощупь, вот. Сочетание как бы цвета именно оранжевого с этим мне собственно нравится. Существует здесь еще как бы комплект вот здесь вот для закрепления вот этих моментов, то есть мы сразу можем прикрепить сюда камеру. Сейчас я это вам покажу. Я так понимаю, это делается вот так. Заворачиваем. Насколько я помню, вот это вот место, оно тоже откручивается. Вот. Для чего как бы здесь оно нужно, я до сих пор не понимаю. Но, собственно, вообще можно туда положить в качестве транспортировки наши шнуры. Можно положить что-то такое еще, допустим, денежные купюры свои. Какой-то шнур, допустим, если вы идете к друзьям там или знаешь, сейчас там поснимаете куда-то направляться, можно положить туда шнур. То есть, собственно, сама камера как бы у вас есть. Вы подключили к ноутбуку и, пожалуйста, сбрасывайте свою всю эту информацию именно туда. Так, теперь бы нам бы разобраться в остальном. Если камера ставится вот так. Тогда получается это все вот так. Вот. Значит, было, читал я отзывы, то, что камера, вот сама эта вот рукоять, это вот, очень как бы не точно попадает. Но я тоже вижу соприкосновение с корпусом, поэтому как это будет оно дожиматься, фиг его знает. Вот. Может быть, скорее всего... Как-то тут нужно будет прикрепить еще это вот хвостик, что сюда. Но опять же, зачем? Как? Блин. Секунду. Потому что писали, что не достает именно в этом месте. Может быть, так прикрепить. Так, а смысл? Вообще не вижу смысла. Здесь прикрепить. Ничего не понимаю. Так. Сережа, думай.
Так она вот садится. Дальше что? Камеру сюда нажимаем. Ага. Хотя нет, все запускается нормально. У видео как бы идет. Да, все пошло. Вам видно всем? Мне тоже. Я не понимаю. Вот именно там один написал покупатель по поводу вот этой недожатой кнопки, блядь. И вот сейчас я вижу, что она реально проблемная, то есть. И что делать? Тыц. А вот, когда камеру полностью закрепил, посмотрите, вообще какой-то косяк. Тут здесь оно в кнопку вообще не дожимает. Это и есть проблема. Тут тоже отворачивается. Так, видео пошло. Видео прекратилось. Чудесная покупка, конечно. Ну вот как бы единственный этот минус. Я так полагаю, здесь нужно будет чуть-чуть что-то подделать, подрегулировать. Болты, собственно, имеются. Либо каким-то образом... Я даже не знаю, что тут можно сделать. Нагревать пластик, чтобы вот оно так поведет. Старинно. Теперь камера вообще не выключается. Так, слава богу. Камера включается. Камера снимает. Прекращаю съемку. Это у меня батарейка просто садится, потому такая проблема. Ну, как бы в целом, да смотрите, как бы вот есть небольшой такой недочет. Я считаю, что если вот отклонить вот камеру вот так вот хотя бы для начала, но это нужно было сделать заведомо вот сюда чуть-чуть сдвинуть место посадочное, чтобы этого не было. Потому как если крепить вот это вот, сейчас отклонять этот, нужно будет каким-то феном нагреть этот рычажок и чуть-чуть хотя бы его отклонить. Тогда может быть, да, будет все красиво. В целом, в принципе, ничего. Конечно, на доработку. Но опять же, видите, вот сейчас я поставил симметрично, чтобы все нормально было. Здесь косячок. Ну, то есть надо будет работать с рычажком. А здесь все это дело, я вижу, что наглухо закреплено. Если только может быть, ну хотя что так-то.
Нет, какая-то фигня, короче. Какая-то фигня. Все, всем пока. Делайте выводы свои. И, собственно, заказывайте что-либо другое. Ну, я, допустим, вот там нравилось мне все у ней. Вот все нравилось. Вот сейчас единственное, надо проработать с этим рычажком. Конечно, визуально будет видно, что он будет повернут влево. Может быть, некрасиво. Но в целом неплохо. Хотя я считаю, если новая, даже если китайская, с Алика, то хотя бы, ребят, делайте, блядь, нормальное. Всем пока.